Югорчане могут присоединяться к празднику спорта. Забег.рф вошел в Книгу рекордов Гиннесса в качестве полумарафона, объединившего самое большое количество городов одновременно. Всероссийский полумарафон с синхронным стартом пройдет 19 мая по всей России, в том числе в Ханты-Мансийском округе. Югра примет его уже в четвертый раз в этом году в окружной столице. В предыдущий раз мероприятие прошло в поселке Солнечном и собрало 850 бегунов из Сургута, Нефтеюганска, Югорска, Нягани, Нижневартовска и Когалыма. Маршрут нынешнего забега проляжет в самом сердце Ханты-Мансийска. Все участники получат стартовые пакеты с брендированными футболками и медалями. Они пробегут 4 дистанции на выбор – 1, 5, 10 и 21 километр. Принять участие смогут и дети в возрасте от 6 лет. Количество мест ограничено. Выйти на старт может только 1000 человек.